We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. I guess this is the beginning of the main session on... Пора уже начинать главную сессию на очень важный вопрос. Прошу извинения. To start us and still getting used to the screen. Я хотела попросить Суки, чтобы он начал эту сессию. Это главная сессия по цифровому сотрудничеству и дальнейшей его судьбы. Мы будем обсуждать то, куда мы следуем и чего нам удалось уже добиться. Я предоставляю вам слово. Спасибо, привет и всем. Привет из Германии. Надеюсь, что меня слышно. Я хотела бы приветствовать всех участников сессии о цифровом сотрудничестве. Прежде чем начать, позвольте мне представить участников нашей дискуссии, а также саму модератор. Аври, спасибо за то, что вы взяли на себя обязанности по модерированию этой сессии. Позвольте мне представить Жана Пола Адама из экономической комиссии по Африке. С нами также Виндсерф, председатель и главный специалист по продвижению интернета на Google. С нами Рауле Чевария, Джастин Фер, старший советник по вопросам цифровой политики в бюро по международным связям американского государственного департамента. С нами Мильтон Мюллер, который к нам присоединится сейчас. Он еще участвует в другой сессии, но вскоре, надеюсь, он к нам присоединится минут через 15-30. Он профессор Джорджи, технологического института Джорджи. С нами Ненан Ваканма, представляющая фонд World Wide Web, а также с нами Мария Франческа Спатолисано, то есть специального посланника генерального секретаря ООН по вопросам технологий, которая имеет огромный опыт в этой области. А нашим модератором является Аври Дория, член правления организации ICANN. Приглашаю участвовать в дискуссии, а в начале будут публиковаться короткие биографии участников дискуссии. Среди нас замечательные выступающие. Прежде чем перейти к деталям, я всех прошу ограничивать свои высказывания 2-3 минутами. Будем помнить о том, что нас 9 человек. Ответить нам предстоит на 3 разных вопроса, поэтому я убедительно прошу давать короткие ответы, чтобы предоставить шансы всем желающим выступить. С начала своего существования саммиты IGF были саммитами, которые фокусировались на цифровом сотрудничестве. Это всегда подчеркивалось. Но будем помнить о том, что время изменяется, наша действительность изменяется. И изменяется также сам интернет. Следовательно, измениться должна и форма нашего цифрового сотрудничества. А ведь обо всем этом речь идет в контексте интернета. И вчера при открытии саммита Мэриам нам об этом напомнила очень четко. Итак, IGF действует уже несколько лет. Консультативная группа
МАГ успела подготовить целый ряд рекомендаций по тому, как, в каком направлении должно идти наше сотрудничество, нам же предстоит согласовать подробности, каким образом саммиты IGF и группа МАГ должны сотрудничать, чтобы обеспечить соответствующее развитие этих инициатив. И здесь мы будем прислушиваться к различным точкам зрения, перспективам, будем предоставлять слово специалистам, которые будут отчасти передавать внешнюю точку зрения на то, что происходит в рамках наших структур. И как первому я обращаюсь к Винту, который расскажет нам о том, в каком направлении стремится наше сотрудничество в цифровом плане. Спасибо. В первую очередь я хотел бы сказать, что интернет — это пространство, которое было обдумано как глобальная инфраструктура, которая разделяется с другими пользователями. И она это не единственная среда, которая используется совместно. Есть ведь океаны, космическое пространство, атмосфера. Поэтому нам приходится разрабатывать совместные нормы и соглашения по пользованию интернетом таким образом, который поспособствует достижению целей устойчивого развития. Требуется цифровое сотрудничество. Это инициатива, которая особенно поддерживается и продвигается генеральным секретарем Антонио Гутерешем. По-моему, необходимо учесть целый ряд разных голосов, которые способствуют ведению глобальной дискуссии о формировании интернета. Некоторые призывают, чтобы принимать политики, которые будут вести к большей фрагментации интернета. Это, к сожалению, могло бы ограничить его глобальный потенциал. Значит, дело в том, чтобы контролировать доступ к данным и чтобы эти данные защищать. Но будем помнить о том, что мы можем их защищать еще другими способами. Не стоит фокусироваться только на фрагментации интернета как единственном способе защиты интернета. Есть разные способы на разных уровнях интернет-инфраструктуры, которыми мы можем пользоваться. Можем говорить о криптографических решениях, об усиленных механизмах проверки личности пользователя. Давайте будем помнить, что свободное прохождение данных через границы – это один из самых важных и ценных аспектов глобальной сети. Это необходимо особо подчеркивать. Равно как и возможности сотрудничать в рамках интернета, что было особенно актуальным и есть во время пандемии. Но интернет – это не только пространство сотрудничества, но и пространство потенциальных угроз, связанных, помимо прочего, с преступностью. Итак, нам приходится применять глобальные методы, которые позволят нам предохранять, защищать пользователей интернета, но и преследовать преступления, совершаемые в интернете. И здесь мы уже видим довольно эффективное сотрудничество. Именно в плане привлечения к уголовной ответственности хакеров, которые отвечают за атаки типа ransomware или другие атаки, связанные с кибербезопасностью. И тут мы заинтересованы тем, чтобы интернет становился все более безопасным и способствовал достижению различных целей устойчивого развития, которые для нас столь важны. А теперь я обращаюсь к Эльке и прошу ее представить свою точку зрения. Спасибо за приглашение на это исключительное мероприятие. Я рада, что смогу вам представить свои мысли на эту тему. Все инициативы, цифровые инициативы, которые нами проводятся, вписываются в план действий генерального секретаря по цифровому сотрудничеству. И речь идет о том, чтобы качественное цифровое сотрудничество было доступно всем. Мы высоко ценим многосторонний подход, в рамках которого могут сотрудничать различные организации и учреждения, которые могут поспособствовать в первую очередь тому, чтобы план действий обладал международным значением и способствовал
цифровой трансформации. Говоря о том, чем мы занимаемся, мы стараемся разговаривать, вести переговоры с общественным мнением и проводить различные инициативы. Мы, помимо прочего, сотрудничаем с Международным союзом электросвязи и с другими субъектами. Мы проводим нашу программу, которая позволяет нам также в лучшей степени координировать работы в рамках ООН. И я надеюсь, что другие учреждения и сообщества из-за пределов семьи ООН смогут получить вдохновение от этой программы и использовать ее как инструмент по поддержке координированных усилий и действий. Ну, конечно, будем помнить о том, что этот план должен быть инструментом для сотрудничества, причем необходимо отмечать и то, что результаты этого сотрудничества должны быть прозрачными, обнародоваться публично, чтобы у людей была осознанность того, что происходит, и чтобы могли быть вложены дополнительные усилия в проведение программы. А вот, например, проводятся этого типа программы в Африке, в Европейском Союзе, и цифровое сотрудничество, можно сказать, проходит уже сейчас на разных уровнях, хотя это не совсем связанные сотрудничества. Как мы знаем, планы, карты – это только вспомогательные документы, а то, в чем мы нуждаемся, это сильные учреждения, располагающиеся соответствующими ресурсами, позволяющими им внедрять модели инклюзивного управления интернетом. Мы нуждаемся еще в сформировании у нас самих соответствующей позиции, нацеленной на творчество, на сотрудничество, но и открытой к обратной связи, очень важной. Итак, чтобы лучше управлять интернетом, нам необходимо создавать взаимосвязанные документы, стандарты и делать упор на добросовестное партнерство. Спасибо, я рада, что вы указали о том, что мы должны делать ставку на еще более тесное сотрудничество, на выполнение на практике этой программы в пользу развития цифрового сотрудничества. Среди нас в зале госпожа Ненна. Итак, я очень прошу ее тоже высказаться к тому, как она замечает программу генерального секретаря ООН по более тесному цифровому сотрудничеству. Спасибо, сердечно всех приветствую. Я не буду зачитывать речь, которую я подготовила раньше, постараюсь говорить прямо от сердца. Я, во-первых, хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой сессии, особенно тех, кто соединяется с нами с восточного и западного побережья США. Я вам благодарна, что вы решились так рано утром встать, чтобы с нами быть. И сегодня, 8 декабря, 16-й выпуск IGF. Ави, мы смотрим эти саммиты с самого начала. Я даже была вовлечена в подготовку Всемирного пика информационного общества, который проходил несколько лет назад. Надеюсь, что сейчас меня слышно лучше. Я подчеркиваю, сегодня 8 декабря, за нами уже долгий путь. Все началось с подготовительного этапа, который прошел во время Всемирного саммита информационного общества. Тогда мы стали говорить о цифровой солидарности, и на протяжении уже 16 лет ведутся наши работы, связанные с цифровым саммитом ООН. И все это были глобальные инициативы, но также и инициативы, которые проводились в национальных масштабах. Мы как организация, вернее, которую я представляю, стараемся проводить и вносить свой вклад в создание программы более тесного цифрового сотрудничества. В том числе во внедрение нашей общей программы. Я здесь сегодня для того, чтобы подчеркнуть, что цифровое сотрудничество – это только один из аспектов более широкой цифровой экосистемы. И я рада, что Вент, выступавший передо мной, высказывался о том, что в этой цифровой экосистеме происходит очень многое. Это те моменты, которые, может быть, недостаточно включены
в рамки плана по цифровому сотрудничеству. А вот этот план, эта программа опирается на некоторые опоры, но будем помнить, что она не ссылается на все вопросы, которые нам интересны, а лишь на некоторые из них. Будем помнить о том, что ООН вовлекается только в некоторые пространства, когда отдельные государства-члены с некоторыми проблемами не могут справиться самостоятельно. Поэтому я думаю, что ООН пытается нам помочь, а мы также будем сотрудничать с этой организацией. И мы рады, что эта программа у нас есть. И тут мы раньше уже работали о стратегическом плане по глобальной связи. Многие аспекты, к сожалению, это были те аспекты, которые в данный план включены не были. А тут много предстоит сделать. Я благодарна всем, кто вовлекаются в эти усилия, потому что, еще раз подчеркиваю, интернет был создан для того, чтобы он был доступен всему человечеству. И чтобы он функционировал, то в лучших интересах всего человечества. Следовательно, моя организация, фонд World Wide Web, сосредоточивается на цифровом сотрудничестве. Если бы вы хотели знать, как на практике задействовано цифровое сотрудничество. Посмотрите на меня. Я женщина. Я из стран так называемого глобального юга. Я здесь представляю свой регион, и я говорю о цифровом сотрудничестве на этом форуме ежедневно в ходе его проведения. И я забочусь о том, чтобы голос всех был услышан, чтобы и любой план по цифровому сотрудничеству, какой бы он ни был, если будет внедряться, я в этом буду участвовать. И это мое обязательства, которые моя организация берет на себя. Мы хотим, чтобы интернет был доступен всем, и я здесь для того, чтобы об этом позаботиться. Спасибо. Огромное спасибо. Я думаю, что это станет уже такой таким особым высказыванием, да, посмотрите на меня, так именно выглядит цифровое сотрудничество. Я перехожу к следующему выступающему, Джастин Фэр. Да, ну, мне сейчас не просто выступать после уже вышесказанного, но я, тем не менее, очень рад, что могу быть с вами. Я думаю, что это очень хороший момент, чтобы предпринять именно такие разговоры на глобальном уровне. Я сотрудничаю с американским департаментом штата, государственным департаментом, и в рамках нашей деятельности мы стараемся разрабатывать более связанную структуру деятельности в интернете. Мы занимаемся сотрудничеством в области кибербезопасности, цифровой трансформации в дипломатических кругах. Я думаю, что глобальное цифровое сотрудничество, которое является инклюзивным и многосторонним, является абсолютно неотъемлемой частью нашей жизни, если цифровые технологии и интернет должны быть маховым колесом изменений к лучшему. Очень важно, чтобы мы вместе внедряли ключевые принципы политики и резюмировали все то, что произошло за последний год, подводили итоги прошлого года. Мы в этом отношении сотрудничаем с Международным союзом электросвязи, который недавно опубликовал отчет на тему глобальной связи и электросвязи. И в этом отчете появились замечания о том, что глобальная связь не покрывает все-таки весь мир. И страны-члены ООН также подписались под таким глобальным соглашением о борьбе с киберпреступностью и об уважении, об соблюдении прав человека. Мы стараемся озвучивать эти вопросы в сотрудничестве со многими партнерами. И я знаю, что вы
также работаете на страновом или региональном уровне и участвуете в таких же дискуссиях в рамках форума сотрудничества с предпринимателями, организациями гражданского общества и так далее. Так что цифровое сотрудничество, я думаю, преуспевает, но тем не менее все время мы имеем дело с необходимостью сделать это сотрудничество более тесным. Мы все время думаем о том, что можно еще улучшить, как использовать потенциал работы, проводимой многими организациями. Я думаю, что в этом отношении дорожная карта генерального секретаря подчеркнула многие из тех сфер, в которых мы должны добиться успеха и улучшения. Мы должны удвоить нашу работу по обеспечению доступа в интернет. Мы должны обеспечить инклюзивность цифрового пространства, одновременно защищая права человека, основные свободы, и также выполняя эту работу в многостороннем режиме. Очень важно подчеркивать центральную роль форума управления интернетом в этом процессе уже на протяжении многих лет. На этом я останавливаюсь. Огромное спасибо, я с удовольствием выслушаю другие голоса. Спасибо большое за этот комментарий. И вот последний голос в этой части нашей дискуссии. Это голос Анита Гурумурти. Спасибо большое. Да, на самом деле это так трудно не согласиться с семантическими категориями, предложенными в докладе генерального секретаря ООН, начиная с инклюзивности по правам человека. Мы все согласны с этими выводами. Одновременно большой проблемой для нас остается отсутствие связи, гарантируемой для всех людей в мире. В 2018 году генеральный секретариат установил также панельные дискуссии высокого уровня по образованию или формированию цифрового пространства. И целью работы этих панельных групп должно было быть многостороннее сотрудничество. Такое многостороннее сотрудничество возможно благодаря взаимному доверию. И это сотрудничество возможно благодаря должной финансовой поддержке. А следовательно, давайте будем помнить, что транснациональное сотрудничество по развитию цифрового пространства имеет огромнейший потенциал. И мы должны помнить о том, что граждане имеют определенные права, право на то, чтобы озвучивать свои претензии или желания, но мы должны также уделять внимание вопросу ответственности цифровых платформ и регулирования. Предложения дорожной карты ООН не совсем определяют обязательные механизмы такого сотрудничества, поэтому мы предлагаем, чтобы образовать орган высокого уровня, который мог бы определять более конкретные обязательства и устанавливать материальную поддержку для организаций, разрабатывающих новое правовое регулирование киберпространства. А предложения генерального секретаря находятся также в документе Global Digital Compact, в котором говорится о том, что мы должны укрепить управление глобальными цифровыми ресурсами и благами публичного характера, но там нет новых рекомендаций по новым юридически обязательным международным соглашениям. Кажется, что касается новых цифровых ресурсов, такие
положения законодательства должны существовать. Мы не хотим, чтобы наша работа просто пошла в сторону современной дистопии. Наша работа должна концентрироваться вокруг политических лидеров, и она должна находить свое отражение в конкретных обязательствах. Мы хотим, чтобы наши переговоры по сотрудничеству и инклюзивности находили новое отражение в новом законодательстве, принимаемом странами-членами ООН. Спасибо огромное за ваши комментарии. Я очень рада, что у нас столь много голосов, есть голоса поддержки, есть голоса тех, кто где-то там посередине, есть и критические голоса. Я очень рада, что данная панельная дискуссия является столь разнообразной. Сейчас передаю слово Жан-Полу Адаму. Okay, all right, thank you. So, as you can see, technology is always challenging, whether you're in person or virtual. Thank you so much. Технология доставляет нам трудности, хотя мы встречаемся как бы в стационарном режиме здесь, в Катовице, на месте. Спасибо за возможность высказаться. Я буду говорить с точки зрения экономической комиссии по африканским странам ООН. И хочу сказать, что, к сожалению, приходится признаться, что в Африке управление интернетом – это нечто, что это такая сфера, в которой нет лидерства. То есть мы кое-что планируем, но не управляем этим процессом. Во многих странах просто нет возможности влиять на управление интернетом. И надеемся, что благодаря новой дорожной карте генерального секретаря ООН это удастся измениться. В частности, доступ к интернету в Африке ниже глобального среднего. В этом контексте пандемия COVID-19 ухудшила ситуацию и углубила неравенство по доступу в интернет. Мы хотели бы полностью использовать потенциал интернет-технологий, поэтому международное сотрудничество является очень важным для обеспечения инклюзивности и повсеместного доступа в интернет. По умеренной цене. Укрепление глобальной связи, улучшение глобальной инфраструктуры, компетенции цифрового мира и также внедрение новой законодательной правовой базы и укрепление безопасности. Вот это важные моменты. Что касается работы экономической комиссии по африканским странам, я могу сказать, что мы уже создали высокую панельную группу по цифровому сотрудничеству. Целью этой группы является внедрение стратегии по цифровой трансформации для Африки. Мы сотрудничаем по цифровой трансформации в Африке с организациями местного характера на местах, и мы стремимся обеспечить ключевую инфраструктуру для того, чтобы цифровая трансформация стала возможной. Также наша комиссия создала Cash Alliance, это ассоциация, в рамках которой мы продвигаем примеры передовой практики. Кажется, что торговля в интернете развивается благодаря платформам, платежным платформам, и мы хотели бы также принимать участие в сотрудничестве по разработке нового регулирования. Наша комиссия, экономическая комиссия, старается также заниматься проблемой отсутствия регулярного доступа в интернет.
Мы также стараемся участвовать в развитии программы для школ в сотрудничестве с инициативой Girls Can Code, то есть девушки пишут код. Это организация, продвигающая новые цифровые компетенции среди девочек и девушек и молодых женщин. Мы стараемся также развивать платформу с информацией на тему пандемии COVID-19 и откликаться на вызовы, связанные с пандемией. Мы разрабатываем цифровую платформу по покупке медицинских средств, и в этом отношении мы сотрудничаем с производителями в Африке. Стараемся образовать новые возможности по совместным покупкам медикаментов и лечебным продуктам. Мы говорим об торговом обмене на уровне 70 миллионов долларов. В частности, это лечебные продукты и медикаменты. Приходя к итогам, хочу сказать, что в отношении цифрового сотрудничества мы должны также укреплять потенциал правительства отдельных стран, поэтому мы будем участвовать в работе над платформами госадминистрации, так чтобы доступ к электронным госуслугам был также по возможности повсеместным и хорошим. А сейчас слово предоставляется Раулу. Спасибо огромное, спасибо организаторы. Спасибо за приглашение, за то, что я могу. И я рад, что могу выступить в среди таких знаменитых докладчиков. Как сказала Нена, я также отслеживаю работу в рамках IGF с самого начала, то есть саммита мирового информационного сообщества. Мы очень много уже сделали, но хочу прокомментировать три фактора, которые позволяют нам усиливать сотрудничество. Тут было много уже сказано о цифровой политике, которая касается нашей повседневной жизни. Мы говорим об этом очень много, но разные дискуссии на разных форумах проходят. Можно бы это объединить. Второе – это большой разрыв между теоретическими размышлениями и тем, что происходит на практике в отдельных странах. И вот еще один момент. А именно, я хочу подчеркнуть, что складывается иногда впечатление, что мы могли бы прийти к соглашению в определенной сфере, но нам не хватает инструментов для того, чтобы перенести теоретические дискуссии на практические решения и обязательства. И вот на этом основании я хочу сказать, что мы должны стараться разрешать эти проблемы. И я также думаю, что генеральный секретарь, он также замечает эту проблему и должным образом воспринимает эти опасения международного сообщества отдельных стран-членов, и поэтому он стал лидером в отношении укрепления цифрового сотрудничества. Это, конечно, далеко не совершенный процесс, в частности, потому что невозможно создать решения, которые могли бы удовлетворить всех. Однако мы должны сделать все возможное, все, что в наших руках. Что еще раздражает, это то, что эти процессы затягиваются во времени. Это как-то мы идем совсем маленькими шагами вперед. Где-то там свет мелькает в тоннеле, где-то там мы вроде бы уже сделали выводы, и появляются перспективы конкретного действия, но вот появляются вдруг новые процессы, новые дискуссии, новые форумы, и мы не приходим к реальным практическим изменениям. Так что мы должны
думаю, фокусировать больше внимания на практическом измерении. И он должен также понять, она, организация должна понять, что ее задание – это не то, чтобы разрешать все проблемы мира. От ООН мы ожидаем, чтобы она создала определенные рамки для разных заинтересованных сторон, для их сотрудничества. Но, конечно же, ООН есть и другая задача, а именно привлекать к сотрудничеству правильных, должных экспертов, чтобы мы все двигались вперед. Нам необходимы краткосрочные задачи, внедрение разных действий. Эти процессы затягиваются времени. Это, конечно, раздражительно. Мы должны фокусировать внимание на разных посредних целях. И мы должны гордиться тем, что нам чего-то удалось добиться. И, конечно, благодаря расширению цифровых компетенций мы можем принять во внимание вот это географическое разнообразие как измерение нашего сотрудничества. Мы сможем воспользоваться экспертными знаниями из разных регионов нашего мира, которые могут нам предоставить разные специалисты. И, кроме того, поскольку наша цель – это то, чтобы создать лучший мир, и создание цифрового пространства – это весьма важный элемент для обеспечения экономического и социального развития. Спасибо за возможность взять слово. Спасибо, Рау. Что сейчас хороший момент, чтобы проверить, не появились ли какие-нибудь комментарии на чате. Пожалуйста, Сук Йонг, скажите, появились ли такие вопросы или комментарии? Спасибо. Да, был один вопрос, который касался того, как воспринимаете связи между цифровым сотрудничеством и процессами, которые проходят в рамках цифрового саммита IGF. Какой будет роль этого цифрового соглашения? Такой вопрос, но я не знаю, подходящий ли сейчас момент, чтобы этот вопрос поставить? Или, может быть, нам лучше подождать, пока не будет больше вопросов? Я тут хотела бы коротко высказаться к этому. Я не лучший модератор, если говорить о соблюдении временной дисциплины. Помогите мне, пожалуйста. Потому что я хочу передать слово Марии Франческе, которая в общем выскажется ко всем высказанным раньше комментариям. Я коротко выскажусь по поводу того, что сказал Рау. По-моему, он сказал очень ценные замечания. А я хотел бы подчеркнуть, что, по-моему, самые полезные сессии в рамках ИГФ – это были те сессии, в которых принимали участие те, кто создают закон, потому что их голос особенно важен и необходимо позволять им принимать участие в наших заседаниях. Да, и в ходе IGF есть и сессии для парламентариев и принимающих решения, чтобы они тоже вовлекались в наши работы. Спасибо, что вы предоставили это время. А теперь я предоставляю слово Сук. И прошу подвести итоги. Благодарю. Благодарю за то, что я смогла выслушать эти очень ценные примечания. Я стараюсь усвоить, возможно, много из этого. Признаю, что саммит IGF – это очень важное мероприятие, и мы должны тогда подумать, чего нам можно ожидать от этого цифрового саммита. Сколько у меня времени для высказывания? 5 минут? Нет, 3. Так, может, 4? Ну, хорошо, 4 минут мне будет достаточно, чтобы сжато представить итоги. Итак, я хочу всем напомнить, что в прошлом году мы отмечали 70-ю годовщину со дня учреждения ООН, и в рамках этой годовщины мы спрашивали всех о их видении ООН. И
Мы опросили больше миллиона людей, и большинство из них, как оказалось после анализа ответов, после еще нашей дальнейшей разработки документа, мы добились документа, который стал некоторой политической декларацией к 75-летию ООН. И один из пунктов этого документа говорит, что нам необходимо обеспечить безопасный и доступный цифровой доступ или доступ к цифровому пространству для всех. То есть все заинтересованные стороны должны иметь возможность участвовать в работах по формированию этого цифрового пространства. Итак, доступ для всех. Мы хотим, чтобы все могли участвовать в этом процессе, ибо ООН — это только платформа. И, наверное, этого столько в качестве итогов. Но еще одно, я подчеркиваю, как уже подчеркивалось в этой декларации ООН. ООН — это важная структура, которая позволяет сотрудничать в более широких масштабах. А генеральный секретарь подготовил еще такой отчет, документ, который был назван нашим общим планом, агендой. Он был представлен в сентябре этого года. Это широкий отчет, который содержит более 90 предложений относительно деятельности ООН, и он подчеркивает роль цифрового сотрудничества во всех этих плоскостях. Я хочу отметить, что очень много было уже проделано, и участники дискуссии широко высказывались о цифровом сотрудничестве, но будем помнить о том, что это всего лишь инструмент, который позволяет нам добиваться целей устойчивого развития. Так что очень важным в будущей перспективе он может быть, но в перспективе будущего интернет. Интернет — это общее благо, и каждый должен способствовать его развитию. Мы нуждаемся в многостороннем подходе, мы нуждаемся также в общем соглашении. И таким соглашением является глобальное цифровое соглашение или Global Digital Compact, подготовленное генеральным секретарем. И в нем генеральный секретарь предлагает, чтобы мы все работали на благо выработки консенсуса, ориентированного на несколько общих принципов. И здесь бюро посланника по техническим вопросам при генеральном секретаре будет вести координацию подготовки работ по этой части. И данная подготовка будет в себя включать анализ всех сведений целого вклада, вносимого отдельными группами интересов в этот процесс. Итак, как я уже упоминала, в этой общей агенде, в этом плане были начертаны особо важные пространства, аспекты, одним из которых является всеобщий доступ к интернету. Мы упоминали уже о том, что мы хотим избегать разбивки интернета на фрагменты. Следующее пространство — это защита данных, персональных данных пользователей. Мы также хотим защищать права человека в цифровом пространстве на таком же уровне, как это делается в офлайн-канале. Мы также хотим обеспечить ответственность, возможность привлекать к ответственности субъекты, публикующие контент в интернете. Мы пытаемся стремиться избегать преступную деятельность в интернете и препятствовать ее ведению. Это все, конечно, важно и, конечно, нелегко, но мы знаем, что нам необходимо добиться этих наших целей, и нам удастся это сделать, используя доступные ресурсы и именно такие площадки, как саммит IGF. Еще раз я отмечаю многосторонний характер саммита IGF, который делает из этого форума отличное место для ведения дискуссий о будущем цифрового пространства и цифрового измерения деятельности. У нас всех должен был быть доступ к этим инструментам, чтобы мы добились наших целей. И надеюсь, что мне удалось, останавливаясь здесь, подвести итоги всему нами раньше услышанному. Спасибо, замечательно. А следующий пункт нашего заседания – это вопрос, который я задам Винту и Нэнни.
Не знаю, сможете ли вы ответить на этот вопрос, потому что он прибегает немного к вашей интуиции. Считаете ли вы, что это глобальное цифровое соглашение будет оказывать большое положительное воздействие? Действительно ли принесет оно измеримые результаты? Давайте на этом сосредоточимся. Будут ли у него вообще какие-либо результаты? И повлияет это на продвижение цифрового сотрудничества? И будет ли данное влияние воздействия значимым? И я, пожалуйста, задаю вам этот вопрос и слушаю ваше личное мнение. Начнем с вас. Я уже по природе оптимист и считаю, что мы все должны соблюдать некоторые ценности, которые мы должны защищать. Если мы хотим сделать интернет полезной системой, пригодной для всех, то мы должны защищать эти ценности, исходя из этих основных ценностей. И только применяя эти ценности, мы можем мечтать об интернете, который будет по-настоящему открытым, безопасным для всех и который позволит всем осуществлять свой потенциал. Я думаю, что именно в этом духе мы должны работать, не замыкаясь на некоторые проблемы, думая, что они решатся сами по себе. Спасибо, Иннена, ваш ответ. Мне кажется, что глобальное цифровое соглашение будет скучным, потому что большинство работ и результатов работ ООН носит такой скучный характер. Но это так, заметки на полях. Я надеюсь, что это соглашение будет недостаточно удовлетворительным для всех. Будем помнить, что после Всемирного саммита информационного общества и плана, принятого в Тунисе, у нас не было уже никакого глобального соглашения по цифровому сотрудничеству. Значит, нам приходится позаботиться о том, чтобы такого соглашения добиться. Мы совместно должны искать решения, но ко всему мы должны подходить реалистично, с учетом оптимистичных и пессимистичных голосов. Я тут, скорее всего, оптимистка. Мне кажется, что мы стремимся в правильном направлении. Верю, что мы, каждый из нас, является частью этого глобального соглашения, и я хочу, и мы все хотим, чтобы голос всех нас был, позволял, был услышан. И мы все должны в этом принимать участие, а кто не хочет способствовать выработке общего решения, не должен вообще брать слово. А теперь я бы хотела спросить о следующем. Выслушав все эти голоса, я бы хотела спросить, какие изменения необходимы для того, чтобы добиться прогресса в рамках цифрового сотрудничества. Может быть, кроме этих усилий, которые уже предприняты, может, в рамках уже усилий, которые предпринимаются, может, кроме того, что мы уже делаем, мы могли бы делать что-нибудь еще? Элька, я впервые обращаюсь к вам. В первую очередь и слушаю вас. Я уже включила микрофон и отвечаю. Постараюсь, может быть, высказаться по поводу этого вопроса с двух перспектив. Мы слышим о том, как важно сотрудничество между государственным и частными секторами. Это не всегда легко, не всегда легко привлечь правительственные агентства к сотрудничеству с международными организациями. А здесь, прежде всего, определенные группы или регионы были бы теми, кто извлекут пользу от этого сотрудничества. Кажется, что найти общую площадку для такого сотрудничества является главным, особенно если мы говорим о таком сотрудничестве, которое поспособствовало бы внедрению более эффективных решений или урегулирования. Это действительно требует сотрудничества при участии представителей национальных правительств, такого сотрудничества, которое будет вестись на глобальном уровне. И таким образом мы подходим к этому процессу. И когда же мы
уже слышали, что появляется много сомнений, то можно сказать, что решения по таким вопросам, как, например, электронное удостоверение личности, касаются практически всех стран мира. Следовательно, мы не будем действовать эффективно, если каждая страна будет вводить собственные решения. Здесь необходимо сотрудничество на глобальном уровне. Мы пытаемся работать именно таким образом, привлекая различных игроков и разные группы пользователей из частного сектора, из отдельных национальных министерств. А теперь я выскажусь по поводу этого вопроса с другой перспективы, а именно так. Каждое цифровое решение должно быть запроектировано так, чтобы оно могло повторяться, чтобы можно было данное решение внедрять в разных местах способом, который можно будет предвидеть. Кроме того, будем помнить о том, что мы также должны приглашать и поощрять организации, чтобы они регулярно проводили обзор и проверку своих механизмов управления услугами в интернете. И я повторю то, что уже было здесь сказано, что эти усилия должны быть многосторонними. Нам необходимо задуматься и о том, каковы виды поощрения можно ввести, чтобы привлечь к этому процессу больше групп заинтересованных. И, наконец, я скажу, что я убеждена в том, что самый большой успех приходит, когда усилия предпринимаются совместно. И поэтому модель цифрового сотрудничества на европейской или даже глобальной арене является тем, что мы должны поддерживать. Спасибо. И этот же вопрос Мильтону. 3 минуты. Какие изменения нам необходимы, чтобы ускорить цифровую трансформацию? О некоторых вещах лучше говорить, чем их делать. Безусловно, мы нуждаемся в большем цифровом сотрудничестве, но оно будет возможно только тогда, когда мировые силы будут готовы к сотрудничеству. Мы избегаем таких дискуссий, не любим об этом говорить в группе экспертов ООН, но если мы должны быть готовы к сотрудничеству, то это значит, что нам необходимо предпринять и усилия на уровне политического, дипломатического сотрудничества. Будем помнить о том, что цифровые услуги связаны с вопросами обеспечения безопасности, с кибершпионством, и, безусловно, вместо того, чтобы повторять, что нам необходимо обеспечить доступ к интернету, широкополосному интернету всем, что, наверное, не является особо сложным. Нам необходимо сосредоточиться на более проблемных пространствах. И тут может быть проблема политик. Одним из таких пространств будет сфера кибербезопасности, которая же связана с торговлей онлайн, которая связана с телекоммуникационными площадками, которая связана с такими компаниями и контроверсиями вокруг компаний, таких как Huawei в США. Мы тут должны подумать о том, как выработать общие механизмы по укреплению взаимодоверия, связанного с внедрением сети 5G. Почему нам так сложно сотрудничать в этой сфере? Почему у Китая нет доверия к таким платформам, как Google или Facebook? Почему они не допускают этих игроков на свой рынок? И почему США оспаривает присутствие ТикТока на своем рынке, а если не его, то других китайских компаний? Почему нам не укрепить наше сотрудничество в этой сфере? Также, если говорить о защите приватности, то тут услуги в сфере информации. Это то пространство, на котором страны Европы, США и Китай могли бы выработать совместные механизмы по защите пользователей интернета. А теперь Джастин. И кажется, что
я успела вас вызвать точно вовремя. Я раньше был инженером, и для инженера способ действия — это всегда найти решение текущей проблемы. И думаю, что сейчас нам необходимо, надо определить, с какой проблемой мы пытаемся справиться, каковы проблемы, которые мы сейчас обсуждаем. Я специализируюсь на цифровому сотрудничеству уже несколько лет, и у меня появилось впечатление, что цифровое сотрудничество обозначает нечто другое для конкретных вовлеченных в него лиц. Я думаю, что немного точнее мы должны тут высказываться. Может быть, нам необходимо говорить на общем языке, и тогда сотрудничество, цифровое сотрудничество у нас всех будет означать одно и то же. Значит, нам необходимо идентифицировать наши приоритеты, чтобы не разжижать это сотрудничество. Итак, безусловно, более точный язык, на котором мы будем общаться, и я думаю, что нам необходимо еще разумно и осмотрительно подойти к такому поведению, которое кажется поисками волшебной палочки. А я думаю, что нам необходимо быть реалистами. Наши ожидания должны быть реалистичны и в то же время амбициозные, потому что изменения, о которых мы говорим, срочные. И кажется, что маловероятно, чтобы мы все соглашались в отношении выработки одной единой архитектуры интернет-пространства. И подход, который мы должны все принять, должен быть более уравновешенным. Мы должны получить правильный урок от всех наших усилий прошедших лет и в то же время сосредоточиться на самых актуальных, текущих и жгучих проблемах. Я хочу еще в конце сказать, что многое из этого, что проводится сейчас ООН в области цифрового сотрудничества, это по-настоящему эффективные работы, которые помогают внедрять новые инструменты в области цифрового сотрудничества. Таким инструментом является, помимо прочего, цифровой форум IGF. Это такая площадка, в рамках которой мы можем прозрачно и инклюзивно делиться информацией о новых политиках и практиках, и я рад, что мы можем встречаться в рамках IGF. И последний вопрос, этот же вопрос я направляю Раулу. Раул, в чем мы нуждаемся? Когда мы вместе построили фундамент для форума по управлению интернетом, я думаю, что мы просто не понимали, что это будет одно из самых инновационных событий для международного сообщества. Я по-прежнему так думаю, кстати. Однако сейчас у нас впереди вот необходимость очередного раунда инноваций. То есть нам придется сделать следующий шаг. Конечно же, форум по управлению интернетом должен оставаться лидером в этом процессе. Вот наш форум по-прежнему нам нужен как платформа для обмена опытом, но нам нужно еще идти дальше. Наши коллеги об этом уже сказали. Нам нужны механизмы, которые позволят нам прийти к выводам более высокого уровня, так сказать. Они должны позволить нам действительно заняться более накаленными вопросами более конкретным образом. Что нам нужно? Я думаю, нам необходим такой механизм, в рамках которого мы должны разрабатывать обязующие, обязательные решения для всех или почти всех игроков мира. И такие решения могут разрабатываться только путем многостороннего сотрудничества. То есть мы должны определить самые необходимые потребности, и мы должны понять, как вовлекаться в такой разговор. Я думаю, что многие люди скептично относятся к общей такой платформе, общему такому пласту, но еще до
Всемирного саммита интернет-общества, информационного общества в Тунисе. Нам показали, что мы ни к чему не придем, но это удалось, и всего лишь на протяжении 3 дней. Так что я думаю, что мы всегда можем находить общую платформу, общее понимание, но нам нужны механизмы для оптимизации этого процесса и для привлечения всех заинтересованных сторон для разработки решений, которые могли бы иметь глобальный эффект. Если это должна быть снова глобальная политика, нам приходится привлечь как можно больше игроков, потому что тем временем мы просто участвуем в каких-то долгих, сложных процессах. Просто следует это все упростить, чтобы больше заинтересованных сторон к нам присоединилось. Спасибо большое. Сейчас в Сукьюн Тофел, я не уверена, может быть, там появились какие-то комментарии в чате, пока мы говорили. Спасибо. Да, несомненно, наши слушатели согласны, что нам необходимы общие принципы. И вот появился один вопрос в чате. И я думаю, что мы можем, в частности, предоставить слово непосредственно этому человеку. Или это человек, который здесь у нас на местах, тогда передайте, пожалуйста, микрофон. Да, я вижу, кто-то поднял руку. Вам слово, большое спасибо, и, пожалуйста, передайте микрофон. Здравствуйте. Очень интересное, хорошее замечание нашего модератора. Огромное спасибо. Мне очень нравится эта дискуссия на тему текущего цифрового сотрудничества. Я благодарю за это. Но я не заметил, чтобы кто-либо сказал что-либо о молодежи. Я думаю, что молодое поколение, молодежь, это не должна быть та группа, которую мы оставляем позади, например, в Африке. Это очень молодой континент. Для нас очень важны стратегии, направленные, в частности, на молодых людей, на молодежь. И вот хочется спросить, есть ли такие стратегии, внедряются ли они на уровне бюро генерального секретаря ООН? Спасибо. Я надеюсь, что, несмотря на то, что никто из нас, присутствующих в этом зале, уже не является представителем молодежи, но мы постараемся, тем не менее, ответить на ваш постулат. Кто хотел бы прокомментировать вопрос работы с молодежью? Я хочу поблагодарить вас за этот комментарий. Я думаю, что мы не совсем уж престарелые лица, но занимаемся уже этими вопросами некоторое время. И мне кажется, что мы должны прежде всего как-то переместиться от формальных многосторонних дискуссий, продвигаемых Организацией Объединенных Наций, и перейти ближе к просто какому-то рядовому человеку или группе людей, пользующихся интернетом. Если бы нам хотелось появиться на саммите IGF, нам нужен паспорт, загранпаспорт, доступ к авиалиниям. Может быть, не обязательно, потому что это гибридный саммит. Но вот для участия в гибридном саммите нам нужен скоростной интернет-девайс, который нам поможет участвовать в этом саммите. То есть мы должны как-то пробиться к тем, кто еще не подключен к интернету, который пропускает наши дискуссии, потому что они не подключены к глобальной сети. И мы должны подумать о том, вот как привлечь
тех людей к нашей работе. Хорошо было бы спросить вот тех, кто не подключен к глобальной сети, что они хотят, чего они ожидают, чтобы эти изменения внедрялись не только в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, но и в Бангладеше, Танзании и в других местах, где еще есть большая доля неподключенных к интернету. Если вы говорите об интернете, я думаю, что вы имеете в виду также другие сообщества, которые остались как бы на полях вот этой технической революции. В частности, и те, кто не смог сюда приехать на IGF. Да, конечно, мы об этом и говорим. Уже многие годы мы об этом говорим. Уже лет 10 тому назад мы повторяли вот то, что мы должны сблизиться к тем, кто не подключен к глобальной сети, но не слишком много нам удалось сделать. Сейчас я хочу передать слово Жан-Полу. Интернет должен быть таким инструментом, который поощряет включение, инклюзивность общества. Но вот пандемия показала, что, к сожалению, это не всегда так. То есть по-прежнему у нас проблема с доступом в интернет, высокими расценками за доступ в интернет. Мы должны, конечно, также принимать во внимание регулирование, но также посмотреть снизу, послушать, чего ожидают люди, в частности, молодежь, женщины, девушки. У них часто нет голоса, они не принимают участие в дискуссиях. То есть идет работа, которая в основном касается построения потенциала. Это один из столпов цифровой трансформации в Африканском Союзе. Мы хотели бы расширять осведомленность и обучать пользованию интернетом так, чтобы поощрять развитие предпринимательства, создавание новых компаний, новых бизнесов. Есть, конечно, также вопрос цифрового удостоверения личности. Это тоже мы стараемся продвигать. Нам бы хотелось, чтобы все граждане имели доступ к цифровым услугам. Мы говорили об искусственном интеллекте. Нам нужны законы, которые помогут людям в Африке шире пользоваться новыми возможностями в новых секторах экономики. Амир, я вижу, что ты хотел что-то сказать. Спасибо. Амир, это вы? Да, да. Спасибо большое за возможность взять слово. Я очень рад, что могу прокомментировать услышанное. Сердечно приветствую всех. Меня зовут Амир Макабери. Обращаюсь ко всем участникам панельной дискуссии вот со следующим вопросом. Как вы думаете, если мы продвигаем доверие, безопасный интернет, направленный на развитие, должно ли это стать приоритетом? Вот в этом и нуждается мир, а не в том, чтобы воспринимать интернет как поле сражения или разные организации, правительства разных стран, они должны сотрудничать именно, чтобы этого добиться. Я имею в виду, что, возможно, можно было бы создать гражданскую организацию по координации того, что происходит в интернете. И я хочу вот о чем спросить наших участников. То есть сможете ли вы прокомментировать такое предложение? Я хочу еще упомянуть одно важное, а именно вот характеристики качественного интернета. Что такое качественный интернет? Мы говорим о цифровом сотрудничестве, но мы должны, во-первых, ответить себе на вопрос, вот что решает
о качественном интернете, то есть какие условия качественного интернета, что мы хотели бы распространять. Нам необходимо видение цифрового интернета, качественного интернета. То есть спасибо большое, говорит модератор, а докладчик продолжает. То есть мы должны думать о том, как мы подходим к цифровой экономике, торговле через интернет и сотрудничеству между странами-членами. Они должны внести вклад в образование гражданского такого сообщества, гражданского пространства для продвижения качественного интернета. Я думаю, что это очень ценное высказывание. К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, потому что это были более такие философские замечания. Очень трудно было бы как-то практически это прокомментировать. Давайте перейдем к следующему пункту нашей повестки дня. У нас уже заканчивается время. И вот последний вопрос всем вам. Как вот IGF Summit может приспосабливаться к меняющейся действительности? Как может внедрять инновации, реформы, чтобы идти в ногу с изменениями и с цифровым сотрудничеством? Какую роль должен играть саммит IGF в отношении продвижения глобального сотрудничества? Пожалуйста, Мария Франческо, и, пожалуйста, постарайтесь уложиться во время. Во второй части нашей дискуссии появилось много интересных комментариев. Если я все правильно поняла, я думаю, что дело в том, чтобы как-то придерживаться определенных принципов, разрабатывать общий знаменатель между разными заинтересованными лицами. Ну, это не будет простой процесс, но мы должны стремиться находить общие пласты, общие сферы. Как Нена уже говорила, это необходимо. Спасибо за все эти комментарии. И я слушала также, что некоторые призывали нас, чтобы мы в рамках ООН были более конкретными, более сфокусированными на том, к чему мы на самом деле стремимся. Я хочу это именно прокомментировать, потому что мы говорили об общей повестке дня, о наборе принципов, которые лежат в основе этого документа. Вот хочу сказать, что вместе мы сможем именно внедрять эти принципы, воплощать их на практике. Это будут конкретные действия. Просто дело не в том, чтобы построить какую-то теорию, но дело в том, чтобы ее внедрять на практике. Это нам необходимо. Это, конечно, очень амбициозная, высокопоставленная цель, но она реальна. И вот какую роль играют саммиты IGF? Тут может быть многогранная роль, которую мы должны воспринимать также как платформу и пункт встречи для проверки и тестирования конкретных пилотных проектов, конкретных шагов, работы конкретных коалиций, которые могли бы внедрять наши принципы в реальном мире. И что еще? Какова еще возможная роль саммитов IGF? Я вот думаю об этом в контексте такого стремления, чтобы вводить инновации, чтобы реформировать мир. Вот такой подход ожидается от IGF. Мы знаем, что упрощение некоторых процедур является очень важным, что концентрация на особо важных вопросах, что на правовых и временных рамках является очень важным. Обо всем этом мы можем говорить. Стоит также упоминать о роли национальных и региональных форумов и также о форумах представителей молодежи. Это интересный механизм в рамках IGF, который позволяет строить и развивать осведомленность
среди не только непосредственных участников наших встреч, потому что при помощи этого инструмента мы можем расширять осведомленность в более широком сообществе, мы можем развивать компетенции и потенциал. Это очень важно. В настоящее время мы сейчас выполняем такой процесс, заключающийся в добавлении нового элемента для IGF. Это называется Leadership Panel. Leadership Panel – это панельная группа высокого уровня, которая может расширять и поддерживать работу многостороннего консультационного совета МАГ. Я думаю, что это будет очень важным. Я буду подчеркивать тематический поток парламентариев, потому что роль депутатов парламентов и также будет способствовать более высокой осведомленности нашей работы. Так что все это нам нужно, нам необходимо. И, конечно же, нам необходимо финансирование новых инициатив, если это удастся обеспечить, тогда наша деятельность будет более конкретной, более заметной и будет привлекать больше, все более заинтересованных лиц. Я очень благодарна за всю эту информацию и все высказывания, которые будут здесь, за все высказывания, которые здесь прозвучали. Я надеюсь, что это будет способствовать нашему эффективному сотрудничеству. Спасибо. Я ли это призываюсь дать ответ? Я не расслышала, но надеюсь, что это я имелась в виду. Извините, микрофон у меня выключен, говорила модератор. Я продолжаю. Угу. Итак, IGF – это та структура, которая ни в чем не похожа на другие агентства ООН, поскольку это форум, который больше относится к дискуссии, а не формированию конкретных способов урегулирования. Но, как мы здесь уже отмечали, IGF, саммиты IGF должны создавать соответствующие условия для ведения открытых дискуссий о политиках инклюзивного характера. Не всегда саммиты IGF проходят этот экзамен по инклюзивности, но все чаще делается в этой сфере. Все-таки я считаю, что у нас нет достаточной репрезентации, мы недостаточно представляем все общественные слои, а некоторые слои настолько важны, что необходимо их представлять на форуме, чтобы обеспечить полное разнообразие. Нам хотелось бы также слышать представителей различных слоев: гражданское общество, частный сектор, техническое сообщество. Это все те группы заинтересованных, которые сильно заинтересованы тем, о чем мы тут говорим. И мы все стремимся к достижению такого консенсуса между всеми группами заинтересованных лиц. Но это такой консенсус, который непосредственно переходит в программы политических агентств. И мы, к сожалению, не обладаем достаточным разнообразием. В одном из исследований было показано, что на самом деле необходимо добиться разнообразия и представительства 95 разных стран, чтобы заключения, принимаемые на таком форуме, как этот, могли считаться принятыми в интересах действительно достаточного количества заинтересованных сторон. Итак, если IGF должен быть саммитом, который позволяет брать слово всем группам заинтересованных сторон, представляющих все общественные группы, то все еще не во всех странах такая возможность есть, и необходимо поддерживать те сообщества, которые хотят высказаться по таким важным вопросам. Необходим многосторонний подход, но и нуждаемся в финансовой поддержке. Нуждаемся также и в том, чтобы предоставлять слово активистам из разных регионов мира, в том числе из региона Глобального Юга. Нам необходимо говорить о таких вопросах, как разнообразие и биоразнообразие. И активисты из этой сферы тоже должны привлекаться к дискуссии. Мы должны обращать внимание и на те сообщества, которые находятся в особо сложном положении, которым трудно
брать слово, выступать на международном форуме. И этот подход, именно он позволит нам создавать по-настоящему демократические структуры, которые позволят нам выстраивать структуры, полезные для всех членов международного сообщества. Спасибо за ваши замечания. А теперь я обращаюсь к Мильтону. Каким образом IGF может стать более инновационным? Как мы можем адаптироваться к изменениям, которые происходят в наше время? Нам необходимо понять, чем является IGF и чем он не является. Форум по управлению интернетом никогда не было и не является органом, создающим публичные политики. Это открытый форум, в рамках которого различные группы заинтересованных сторон, представляющих различные сектора, могут открыто общаться друг с другом. Конечно, работы, ведущиеся в рамках саммита IGF, воздействуют на политики, которые впоследствии принимаются, потому что происходит встреча на форуме международного сообщества. Причем все это проходит на таком микроуровне. Сотрудничество же требует, во-первых, доверия, потом же, чтобы мы лучше познали друг друга. И такова роль форума. Поскольку большинство ваших предложений опираются на такой принцип, по-моему, ложный, что IGF может стать чем-то больше, чем он есть. Я не думаю, чтобы это был путь к успеху. Я думаю, что IGF может привести к учреждению новых организаций, может привести к учреждению новых постов, но это не будет организация, которая займется созданием нового законодательства. Следовательно, я считаю такой подход даже угрожающим развитию IGF. И следовательно, я считаю, что мы должны более отважно обратиться к настоящим контроверсиям, связанным с интернетом. И, по-моему, консультативный совет МАК — это тот орган, группа, которая должна быть в течение ближайших месяцев усилена, и что в эти работы должны вовлечься меньше людей, а не больше, но людей с соответствующими знаниями. Мне кажется, что люди, работающие в рамках МАК, должны быть теми, кто фактически обладают соответствующей компетенцией, чтобы относиться к вопросам глобального управления интернетом. Нам необходимо также более отважно подходить к принятию, к решению вопросов, которые требуют большей вовлеченности самых могущественных государств и корпораций мира. Мне было сказано, что, например, очень много напряжений появляется на линии соперничества между США и Китаем. И я думаю, что в рамках IGF мы не должны упускать такие темы, потому что дело в том, чтобы укреплять международное сотрудничество, которое будет охватывать все государства, члены Организации Объединенных Наций. Но будем помнить, что все-таки IGF — это не Совет Безопасности. Значит, дискуссии, которые в рамках IGF ведутся, не могут обладать такой обязательной силой. Но, безусловно, цифровое сотрудничество не будет возможным без полной прозрачности. IGF должен быть открытым форумом, который пропагандирует прозрачность и взаимодоверие. Спасибо. Замечательные примечания. Времени у нас осталось уже совсем маленькое. Я хочу еще спросить у Сук-Нюнг, появились ли комментарии на чате? А поскольку буквально несколько минут у нас до конца сессии осталось, я хочу предоставить слово тем в зале, кто уже заявили о своем желании выступить. Может, сначала Сук-Юнг. Появились ли на чате комментарии? Еще 7 минут у нас осталось, а я думала, что только 4. Собственно говоря, у меня был бы вопрос к Анриет как главе МАГ, потому что Анриет вовлеклась в работы МАГ уже на протяжении долгого времени. Анриет, вы меня слышите?
Да, но мы ищем для нее микрофон. Итак, мой вопрос Анриет, которая обладает многолетним опытом работы на посту главы многосторонней консультативной группы. Какова была бы ваша перспектива по развитию саммитов IGF? У Анриет есть уже микрофон, и просим ее отвечать. Я согласна со многими аргументами, которые приводились здесь Мильтоном, но не со всеми. По-моему, IGF — это очень могучая платформа международного сотрудничества, несмотря на то, что мы не являемся регуляторным органом, мы не законодательный орган, тем не менее. Это такая группа людей, которая объединяет очень многих активистов, и это огромный потенциал, который мы должны использовать. Безусловно, мы нуждаемся в очень компетентных людях, которые будут заниматься вопросами несправедливости в социальном и экономическом плане, неравного доступа к цифровым услугам. И, безусловно, роль МАК будет здесь существенной. Зато мне кажется, что силой саммита IGF является то, что это инициативы, которые идут снизу. Что если IGF, вся эта экосистема IGF будет разбита на мелкие компоненты, то мы рискуем тем, что мы лишимся связи с людьми на местах, которые действуют на местном уровне. А мы хотим, чтобы эти инициативы остались инициативами снизу. Я не противник новой концепции площадки для предводителей, но хотелось бы мне, чтобы эта система, экосистема, не была слишком размельченной. Спасибо за этот комментарий. Сукьюнг, кто-нибудь еще оставил комментарий на чате? Или можно ли нам перейти к людям, которые заявляют о желании взять слово в зале? Да, можно уже предоставить слово собравшимся в Катовице. Я вижу, что кто-то там заявляет позади зала. Извините, мое зрение не такое уж совершенное, но я вижу три человека, которые заявили о желании выступать. Спасибо. Я приехал из Сирии. И в области цифровизации технологий ICT я работаю уже некоторое время. Не хочу говорить о создании новых политик, но если вы вспомните агенду, принятую в Тунисе, то, собственно говоря, можно сказать, что мы все еще не знаем до конца, какова была ее цель. Это довольно неоднозначный документ. И я немного опасаюсь, что если мы раньше разговаривали об интернете как чисто техническом мире, который практически отделен от нашей повседневной жизни, и тогда на том этапе мы говорили о том, как управлять интернетом как чисто технической сферой, то тогда мы и пользовались, говорили на таком неоднозначном языке. Часть из терминов мы переняли в рамках саммита IGF. А боюсь, что сейчас, когда интернет неразрывно связан с каждым аспектом нашей жизни, то нам приходится столкнуться с такой трудностью. Данный саммит IGF начинает использовать слишком энигматичную терминологию. Настолько, что в некоторых странах отсутствуют достаточные ресурсы для того, чтобы следовать за выводами, сделанными в ходе этих дебатов. Мне так кажется, и я надеюсь, что мои примечания будут учтены. Мне кажется, что в этом процессе мы теряем небольшие страны, голос которых недостаточно представлен в рамках саммита IGF. Во время нулевого дня генеральный подсекретарь говорил о
в фантастическом сотрудничестве, которое было вынуждено в некотором смысле пандемией COVID-19. Я надеюсь, что именно новые технологии, цифровые технологии, новые услуги будут в состоянии перейти в очень конкретные решения, которые станут доступными всем. Ибо если мы будем следовать ранее намеченному старому пути, то распределение цифровых благ станет неравным. И не у всех стран будет такая же возможность внести свою лепту. Мы говорим о том, что это процессы снизу, но они не включают всех. Спасибо за ваш комментарий. А теперь голос предоставляю следующему выступающему. Приветствую всех. Меня зовут Яла Аласин. Я из Гвинеи, и это мое первое выступление на саммите IGF. Но с тех пор, как я приехал, я уже сделал некоторые наблюдения. Я участвовал в нескольких сессиях и встречах. И, во-первых, у меня впечатление, что сессии проводятся на английском языке. Поэтому я предлагаю, чтобы мы учли то, что не все говорят на английском языке. Я участвовал в других конференциях в мире, и тогда был доступен перевод, и хорошо было бы, чтобы предоставить перевод на других саммитах IGF, потому что если столько человек приезжают на саммит, то хорошо было бы, чтобы у участников был доступ к переводу. Это помещение может быть не заполнено, и люди, может быть, огорчены, что не у всех есть возможность услышать перевод. Спасибо за ваше замечание, но посмотрите назад. Там кабины переводчиков, есть наборы с наушниками. Если есть время, то пользуйтесь этой возможностью. Еще третий человек по-французски. На национальном уровне IGF тоже действует. И здесь можно говорить о том, что это, конечно, тут мы на международном уровне, но можем провести IGF и на национальных языках, и можем это сделать в любое время, на любом языке. То есть на международном уровне это действительно по-английски, но у нас мы говорим по-французски. Я работаю в украинской секции польского радио. И мне кажется, что, может быть, слишком мало мы еще говорили о цифровом исключении. Вы тут комментировали то, что проходит в Китае. И вопрос. Можно ли нам ожидать, что когда-то Китай позволит законно пользоваться своим жителям Фейсбуком и другими площадками ТикТоком? Можно ли наладить каким-либо образом эффективное сотрудничество с Китаем? Благодарю за этот вопрос. Не знаю, обладает ли кто-нибудь из нас, собравшихся здесь, достаточно компетенции? Ожидания есть, надежды есть. Не знаю, можно ли нам говорить об ожиданиях. Это вопрос, наверное, был господину Мильтон Мюллер. Я забыла об этом сказать. Я понимаю, что вопрос в том, откроет ли Китай свою информационную политику. Думаю, что нет, что текущая тенденция, даже наоборот, это беспокоит. Конечно, в Китае мы наблюдаем циклы более широкого открытия и более тесного замыкания. Сейчас мы можем сказать, что сейчас уже проходит такой даже параноический цикл строительства и замыкания. Но думаю, что необходимо быть честными и сказать, что Соединенные Штаты тоже проходят по этому пути, а, по крайней мере, так это выглядело при администрации президента Трампа. Поэтому, когда мы говорим о цифровом сотрудничестве, нам необходимо также и говорить
об отношениях между этими державами. Сейчас существует три такие геополитические блоки США, Китай и Европейский Союз. И обидно, если я буду звучать пессимистично, но не хочу говорить, что остальной мир не считается, но этих три блока, Соединенные Штаты, Китай и Европейский Союз, это те блоки, которые принимают политические решения, которые потом влияют на остальную часть мира. И я бы желал себе того, чтобы США и Европа смогли приступить к переговорам так, чтобы прохождение информации было более свободным, чтобы цифровые потоки были более свободными, и чтобы эти геополитические блоки совместно выработали решения по защите персональных данных и другие решения. И я думаю, что именно саммит IGF должен заниматься и такими вопросами. Раньше кто-то говорил, что это занимает очень много времени, чтобы выработать новые решения. И, конечно, саммит IGF вдруг не станет таким очень влиятельным игроком. Это были бы нереалистичные ожидания, но можно здесь положить фундамент под более реалистичное сотрудничество между этими державами. Спасибо. И, к сожалению, мне как раз и сообщили, что время у нас истекло, поэтому я извиняюсь за то, что я вас перебила. Это было начало очень интересного доклада, если я бы могла вам позволить. А теперь я уже благодарю всех участников, всех выступивших, и я рада, что генеральный секретарь тоже с огромным вниманием присматривается к саммиту IGF и цифровому миру. Благодарю и объявляю конец этой сессии.